Қайырлы таң құрметті телекөрермендер, ел тілеуін береді, ерде тұрып, ерлесе деп ата-бабамыз теккен-текке айтпаған ғой. Олай болса, ерте тұруды әдетке айналдырыңыздар. Апта басы жағымды жаңалықтарға толы болсын ардақтағайын. Таң несібесі тәңірден. Бүгін қыркүйек айының 3-ші жұлдызы. Апта күні сейсенбі. Эфирде Көкше телеарнасының шымылдырғын тіретін Көкше нұры таңғы танымдық көңілашар бағдарламасы. Доброе утро, дорогие телезрители! Как всегда, с вами каждый будний день ровно в 7 часов 30 минут утренняя программа Кукшинара. И сегодня снова вместе с вами я, Нурсултан Ибраев, и моя прекрасная соведущая Волоса Жахсбай. Встречайте этот день вместе с нами каждый будний день ровно в 7 часов 30 минут, как я вам говорил. Звоните к нам по номеру 25 2505, и вы можете передать привет своим родным, близким, а также всем своим друзьям и подарить им прекрасное настроение на весь день. Шынменде, құрметті телекөрермендер, біздің бағдарлама арқылы туған-туыстарыңызға сәлем жолдауға және жеке меншік мерекесімен құттықтауға, жалпы бізбен тікелей байланысқа шығуға үлкен мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін қолдарыңызға ұялы телефондарыңызды, не болмаса үй телефоны алып, экранда көрсетілген 25-25-05 нөміріне қоңырау шалсаңыздар жеткілікті. Балуса, я думаю, по традиции нашу первую музыкальную композицию мы посвятим нашим дорогим телезрителям. Ведь прослушивание музыки с утра, это, знаешь, заряжает на позитивный настрой на весь рабочий день. Шынымен де мен толықтай келсем, Нұрсултан, бізбен бірге таңмен таласа оянып отырған көрермендердің құрметіне әсем ән арнаймыз, қабыл алыңыздар. Жерде елін қорғап терлеген батырлар, бұл жерде намыс қолдан бермеген, жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным, ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы, байлығы молдағы бар жау жүрек баласы, арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім аға. Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Жерім бар, егемен тәуелсіз қазыналы елім бар, ашық көк аспаным, асқарлы тау көлім бар. Қазақстаным, Қазақстаным, жасасын қазағым, жаса батыр жастарым, желбіретіп туды жеңіске жол бастаған елбасы, тарихы мәңгі болсын дастаным. Қазақстаным, Қазақстаным, Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім аға. Қазақстан, Қазақстан, саңға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім аға. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Осындай керемет әсем әннен кейін құрметті телекөрермендер баршаңызға таңның сәлемін жолдаймыз. Эфирде Көкшенұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Қазақ ауырып еміздегенше ауырмайтын жол ізде дейді. Ал ауырмаудың бірден-бір жолы ол таңғы жаттығулар. Таңертеңгі дене жаттығулары сол күніңіздің жаршысы етті. Без сомнений, ежедневная утренняя зарядка помогает взбодриться на весь рабочий день. Я думаю, что наши спортивные наставники помогут вам в этом и настроят вас на продуктивный рабочий день. Итак, вашему вниманию рубрика 3-4. Доброе утро, меня зовут Виолетта, я инструктор групповых программ фитнес-клуба Shape. Со мной моя помощница Жанара Инергиз. Сегодня мы с вами проведем разминку на основе аэробных движений. Руки на пояс. Наклоны вперед, назад, чуть быстрее, в сторону, быстрее, полукруг головой вперед, хорошо, и назад, руки открываем в стороны, открытый шаг. Отлично. Добавляем плечи. Круг рукой. Еще. Хорошо. Попробуем две руки. Еще. Отлично, меняем степ, тач, приставной шаг. Еще. Захлест. Попробуем два. Колено. Еще одно. Отлично. Два, два, два и два. Хорошо, еще. Отлично. Раскачиваем себя в стороны. Уходим в выпад. Касаемся рукой пола. Остались на правой, стоим. Раскачиваем таз, бедра в пол. Еще. Отлично, разворачиваем себя. Снова раскачиваемся. Хорошо. Еще 8. Выпрямляем правую ногу наверх, носочек на себя и вниз. Еще 4, 3, 2. Перешли на левую. Раскачиваем таз. Еще. Разворачиваемся, толкаем бедро в пол, стараемся следить, чтобы в колено был прямой угол. Еще 8. Хорошо, выпрямляем левую ногу, носок на себя, вниз. Угу. Еще. Отлично, переходим вперед, аккуратно ноги собираем, делаем вдох, выдох, еще вдох, выдох. На этом наша разминка подошла к концу, спасибо за внимание, всем хорошего дня. Уйқысынан енді ғана ояны біздің арнаға қосылған көрімендерге қайырлы таң дейміз. Құрметті телекөрімендер, Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы өз жұмысын ары қарай жалғастырады. Және де естеріңізге сала кетейік, біздің байланыс нөміріміз 25 25 05. Сондай-ақ әлеуметтік желілер сіздер үшін жұмыс жасауда, сондықтан да белсенділік танытыңыздар. Бүгінгі күннің сондай-ақ елеулі оқиғалары жайлы сіздер біздің кезекті айдарымыздан көре аласыздар. Арнадан алыстамай, қызықтарға толы ақпараттардан қанығыңыздар. А в следующей нашей рубрике вы узнаете о самых значимых событиях и датах, именно произошедших 3 сентября. Я думаю, для вас будет очень познавательно узнать самые такие интересные моменты. Смотрим вместе с нами. В 1928 году создан Алматинский округ. В его состав входил 21 район. В 1992 году 3 сентября опубликован указ Нурсултана Назарбаева о президентской премии мира и духовного согласия. 3 сентября 2005 года в Нью-Йорке при содействии межгосударственной телерадиокомпании «Мир» и Казахского культурного центра состоялось открытие выставки известного казахстанского художника Галима Ирзашева. 12 лет назад впервые в истории нового Казахстана елбасы Нурсултан Назарбаев провел интерактивный урок для всех казахстанских школьников «Новый Казахстан в новом мире». В уроке, который проходил в режиме онлайн, принимали участие 1000 школ по всей республике. В 1856 году родился американский архитектор, создатель первых небоскребов Луи Салливан. В 1976 году беспилотный аппарат «Викинг-2» совершил посадку на Марсе. Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом. Ежегодно 3 сентября в Молдове отмечают День национальной армии. После Второй мировой войны в Тунисе развертывается активное движение за независимость. В честь него в стране учрежден праздник День движения независимости, отмечаемый ежегодно 3 сентября. 3 сентября 1939 года правительство Великобритании и Франции выступили с заявлением об объявлении войны фашистской Германии. А я напоминаю, что вы смотрите утреннюю программу «Кукшинара». Наш телефон 25 25 05. Вы можете дозвониться к нам в студию, передать привет своим родным, близким, друзьям, а также поздравить именинников с днем рождения. Я думаю, им очень приятно будет услышать от вас теплые пожелания. Я Көкшетау қаласының кода 7162-25-25-05 нөмірі бойынша бізбен тікелей байланысқа шығуға мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан да бұндай керемет мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар, құрметті телекөрермендер. Нұрсултан, енді бүгін 3 қыркүйек, күз айының алғашқы күндері басталып кетті. Күн райы шыны керек құбылмалы болып тұр, е? Бүгінгі ауа райы 3 қыркүйекке арналған ауа райы қандай болады екен? Көрермендер, қазір біреулері жұмысқа, біреулері мектепке дайындалып жатқан шығар. Олай болса, көрермендерімізге пайдалы ақпарат берейік. Да, действительно, я думаю, уже пора, пришло время переключиться на погоду, чтобы наши телезрители знали, какая погода их ждет сейчас на улице. Ардақтағайын, біз сіздерге күн сайын таңертең пайдалы ақпараттар мен көптеген қызықты жайттар жайында айтуға асығамыз. Сондықтан да бізбен бірге оянып, таңды бізбен бірге қарсалуды әдетке айналдырыңыздар. Бағдарламамыздың барысында біз сіздерге бүгін студиямыздың меймандарымен сұхбат барысында көптеген ақпарат беретін боламыз. Сондықтан да қалыс қалмаңыздар. Ну что ж, а пока мы переключимся на музыкальную композицию, следующий наш. Каплангстер. Есімнен адасардай тіл жұтып сені көрсем қаламын жаға шалмай өртеніп жанғанымда қиялма арманым бар өзгеріп шыға келем жанына барғанымда күн адамда сәбидей әппақ сабырласам жат демегін ай жүрегім жүрегім сезімнен селтеткендей сел көңіл сен еске сала берер төңірегім сен жайлы тәтті ойларға көмілемін сен мені ойлайсың ба ай жүрегім. Жолда қандай, тәңірде қолдағандай, ғайып боп кетпегейсің, өмірде болмағандай. Бір жарып күлдеп едің, жымидің үндемедің, көп уақыт мен аңсаған, махаббат бұл деген. Сабырласам жат демегін ай жүрегім жүрегім сезімнен селтеткендей сені көңіл сен еске сала берер төңірегім сен жайлы тәтті ойларға көмілемін сен мені ойлайсың ба ай жүрегім. Сабырласам жат демегін ай жүрегім жүрегім сезімнен селтеткендей сені көңіл сен еске сала берер төңірегім сен жайлы тәтті ойларға көмілемін сен мені ойлайсың ба ай жүрегім. Ардақты ағайын, армысыздар. Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңілі ашар бағдарламасы жүріп жатқанын сіздерге естеріңізге саламыз. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Сондай-ақ және біз қонақжай студиямыздың меймандарымен танысатында уақыт келіп қалды. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бадминтон ерекше спорт түріне арналып отыр. Осынау ерекше спорт түрімен айналысатын арулар бізге қонаққа келді. Нұрсултан, таныстырыңыз. Ну что ж, да, пришло время представить наших гостей. Это участницы, призеры республиканского турнира по бадминтону Жанель Дуркенова и Дарья Бриткова. Здравствуйте. Мы рады видеть вас, нашли. Как настроение ваше? Отлично. Изначально, наверное, поздравим, да, еще? Да, действительно. Вы, получается, заняли призовое место, да, в турнире республиканского бадминтона. Сколько участников было там? Ну, больше 30, больше 40 даже. Это со всей республики, да, были? Ну, не совсем, но большинство. Где проходило? И как? Расскажите о своих впечатлениях. Мы сначала остановились в отеле Целине, там проживали и сразу поехали в спортзал. Там был, больше всего было кустанайцев, но они не были в турнире, это были старшие. Ну, просто стучали, потом нас вызывали к игре, и тогда мы играли. Все. Это, получается, вы сборной команды поехали, да? Да. А вот вы как готовитесь к этому турниру? Вот где вот проходят ваши подготовки? В зале. Мы готовимся усиленно к соревнованиям, потом выезжаем, и там уже показываем, что мы набрали, какой опыт. Да, раньше мы занимались бодрости и манеже, но сейчас они, ну, манеж ремонтируется, а бодрость там что-то не получилось, из-за этого мы тренируемся в другом зале. И как часто вы выезжаете на такие турниры? Довольно часто, где-то один раз в месяц, или даже, может быть, два, в зависимости от праздников. И в каких городах вы бывали? В Костанае, в Караганде, в Уральске, потом на сборах, в Уфе, в Омске. На соревнованиях тоже были. Если выиграем этот чемпионат, то поедем и, по-моему, в Анапу, что ли. То есть уже на международный, да? Да. Ну, сборы, мы готовимся еще к чемпионату, у нас впереди. И вот такой у меня вопрос. А почему именно бадминтон вы выбрали? Да, нельзя не задать этот вопрос. Ну, по идее, я пошла туда, когда мне было еще 6 лет. Это было летом, я еще тогда даже в школу не ходила. Я у себя пробовала других разных видов спорта, но у меня как-то все не получалось. Ну, получалось, мне было скучно на них. И мне мама предложила сходить на бадминтон. Я даже не знала, что это. Я даже о теннисе толком и не знала. Когда я туда пошла, мне понравилось, потому что я была самой, ну, единственной маленькой. Там были все по 15 лет. И мне было так, как сказать, приятно себя чувствовать единственной маленькой. А к нам в класс, в 4 класс, не знаю, почему дату запомнила, 28 сентября зашел тренер и сказал, набираются, получается, люди в отделение бадминтон, ну, команду, группу бадминтон. И я такая говорю маме: мам, может быть, сходить, попробовать, вроде это красивый вид спорта. Мама такая: ну, попробуй, все равно я танцы бросила и пошла на бадминтон. И мне вроде понравилось, я вот до сих пор хожу. То есть вы начали узнавать о этом виде спорта? Смотреть всякие видео в Ютубе, как играть. Нам тренер начал показывать, как играть. Дарья, прошу прощения, у нас звонок. Алло, Кайрл Тангис, Наптормас. Слушаем вас. Скилей Фердесис. Алло. В селе Мариновки Аббасарского района недавно прошло мероприятие в историко-краеведческом музее под названием «Ночь в музее», в программе которой были включены, значит, экскурсия по музею, фотосъемки, демонстрация 16-метровых узкопленочных мультфильмов для детей, а для взрослых художественный фильм «Храм любви». Я хочу поблагодарить директора музея за приглашение и передаю всем сотрудникам музея огромный привет. Пусть такие мероприятия пройдут в музее вашей Акмолинской области. А также для жителей села Мариновки был показан документальный фильм «Наследники». И, пользуясь случаем телевидения, хочу поздравить телевидение Кукшинара с новой программой, пожелать всем крепкого здоровья, творческих успехов, и чтобы на голубом экране Кукшинара были только хорошие материалы. С уважением, ты механик Валиханского района, Северо-Казахстанской области, Женебек Киргизов. Көптен көп рахмет, осындай белсенді көрермендеріміз көп болсын деп өзімізге де тілек айтып қояйық, Нұрсұлтан. Осындай көрермендеріміз бар екеніне біз қуаныштымыз. Біздің арна арқылы музей қызметкерлеріне алғысын жеткізіп жатыр екен. Көптен көп рахмет. Сізге де күн жақсылығын алып келсін. Что ж, я думаю, пришло время переключиться на гороскоп. Знаем, что готовят звезды. 3-ші қыркүйекке арналған жұлдыздар жорамалын өткізіп алмаңыздар, құрметті көрермендер. Овны, в начале недели вам предстоит провести массу времени, разбираясь с накопившимися проблемами. Их много, каждая требует внимания. Хочется посоветоваться с кем-то еще, а лучше получить помощь. Но вы действуете куда эффективнее, когда ни на кого не рассчитываете и полагаетесь только на свой опыт. Тельцы, волноваться не о чем, этот день обещает быть легким и приятным. Вы можете рассчитывать на поддержку звезд во многих начинаниях. Можно вернуться к тем идеям, которые были вам по душе, но почему-то остались неосуществленными. Сейчас реализовать их вам не помешают ни собственные сомнения, ни отсутствие поддержки окружающих. Близнецы. Отличный день для неформального общения. В непринужденной обстановке можно обсуждать и рабочие вопросы, и судьбы страны, и личные дела. В любом случае разговор окажется и приятным, и полезным. Искренность и открытость, присущие вам, на многих производят хорошее впечатление, и даже самые замкнутые люди становятся более разговорчивыми. Слушайте их внимательно, и есть шанс узнать много интересного. Раки. Подходящий день для того, чтобы рассказать друзьям и единомышленникам о своих планах, поделиться идеями, которые вряд ли удастся осуществить в одиночку. Вы наверняка получите поддержку и вскоре сможете перейти от обсуждения к конкретным делам. Благодаря надежным союзникам вы становитесь куда храбрее и решительнее, меньше сомневаетесь. Львы, сосредоточьтесь, это непростой день, но у вас есть шанс преодолеть все преграды, достойно пройти испытания и достичь какой-то важной цели. Возможны мелкие неприятности, недоразумения на работе, поломки техники, которой вы привыкли пользоваться ежедневно. Все это нарушает привычный ход событий, сохраняйте спокойствие, эмоции не помогут справиться с ситуацией. Девы, добиться успеха во многих делах вам помогает обаяние. Вы нравитесь людям, умеете поднять им настроение, знаете, кого и о чем можно попросить. Можно браться за какие-то сложные дела, масштабные проекты. Вам удастся найти не только союзников и единомышленников, но и влиятельных покровителей. Весы. Многообещающий день. Чем грандиознее ваши цели, тем выше шансы достичь их, так что не мелочитесь. Стоит вспомнить о планах, которые прежде не удавалось реализовать. Сейчас звезды на вашей стороне. Есть шанс, что все получится. Пригодятся советы старших родственников и опытных коллег, давних друзей и просто хороших знакомых. Чужой опыт поможет избежать собственных ошибок. Скорпионы. День будет непростым, но серьезных проблем не принесет. Да, на пути порой возникают преграды, но они не заставляют вас отказаться от задуманного, бросить начатое. Настойчивость приносит отличные плоды, вы можете добиться даже большего, чем ожидали. Не исключено, что повезет в финансовых делах, вероятные удачные сделки и выгодные покупки, в том числе крупные. Стрельцы. Звезды поддерживают вас во всем. День открывает интересные возможности. Не бойтесь браться за масштабные проекты и серьезные дела. Вряд ли возникнут какие-то трудности, которые помешали бы вам осуществить задуманное. Если преграды на пути все же появляются, обязательно находятся люди, при поддержке которых их можно преодолеть. Козероги. Приятный, хоть и не слишком плодотворный день. Будет возможность уделить внимание близким, порадовать тех, кто вам дорог. Не исключены приятные сюрпризы и подарки, которые заметно улучшат настроение. Будет повод вспомнить о давних увлечениях. Занявшись тем, что прежде всего приносит радость, вы почувствуете себя счастливее. Водолеи. День обещает большие успехи. Вы покажете, на что способны, приятно удивите окружающих, порадуете тех, кто вам дорог. Там, где другие растерялись бы, вы находите неожиданный и эффективный выход из положения. Нет такой задачи, с которой вы бы не справитесь, если постараетесь. Рыбы. Благоприятный день, который дает вам шанс сделать много полезного и для себя, и для других. Удается разобраться в собственных чувствах, даже если совсем недавно они были противоречивы, и это помогает понять окружающих, найти с ними общий язык. Құрметті телекөрермендер, сіздермен бірге Кукшинара таңғы-танымдық көңіл ашар бағдарламасы өз жұмысын арғырай жалғастырады. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде қосулы белсенділік танытыңыздар. Біз бадминтон спорты жайында айтып жатырмыз. Қосар ойларыңыз, айтар тілектеріңіз болса, мархабат. Ну что ж, я думаю, мы продолжим наш разговор. Вот расскажите, пожалуйста, бадминтон, он такой очень редкий вид спорта, я думаю, он не такой распространенный. Да. Ну, не знаю, вот почему именно вы выбрали его? Да, чем он вас привлек? Ну, понравился своей необычностью, красотой, красиво играют, форма очень классная, ну, красивая, прям в глаза бросается, юбка, шорты, футболка, там, ну, майка. Угу. Вообще они чем-то схожи даже с теннисом. Да, вот, да. Вы можете сказать, чем вообще отличается? Да, Жанель жана өз сөзінде айтып өтті, иә, теннистің не екенін білген жоқпын, енді келгеннен кейін сен ол спорт түрлерінің айырмашылығын көрген шығарсың, иә? Да. Қандай екен? Ну, на бадминтоне у нас еще был теннис, из-за этого там были разницы огромные. Мы иногда играли теннисной ракеткой. Она очень тяжелая, особенно с мячом, там просто было неудобно ее держать, она была очень большая. Из-за этого различия с бадминтонной ракеткой, еще плюс валаном. Валан легче, а мячик он жесткий. А вот расскажите об основных правилах бадминтона. И сколько в него участников играют? Там один на один? Да, у меня есть три категории. Одиночная, когда ты играешь один против соперника. Есть пара, когда играем, например, девочка с девочкой против пары, и мальчик с мальчиком. И есть микс. Мальчик с девочкой играют против соперников своих. Угу. Вот. Есть правила поля и аут. Ну, это понятно уже, везде так есть. Угу. А вот участие в конкурсе вы как играли? Командно или как один на один? Или как у вас делились-то? Ну, у нас было по-разному. Сначала мы выходили одиночкой, потом мы в обед продолжили парные категории, и на следующий день уже играли микс, пару и одиночку сразу. До финала уже. Девчонки, скажите, за сколько дней любителю просто спорта, за сколько дней можно научиться играть? Если ты этого хочешь или желаешь, то можно за неделю даже научиться элементарную подачу и отбивать сверху, например. То есть, вот... Сколько вам заняло времени научиться? Вот, может, какое-то сначала подачи, либо отдельно что-то. Да, помните ли вы свои первые тренировки? Да, помню. Мне было легко, потому что научиться, потому что возле меня были все старшие, там все уже были профессионалы, некоторые уже КМС, так что мне было легко научиться, мне каждый объяснял, как надо. Из-за этого я за 2 дня, кажется, научилась уже подавать. А мне было интересно ходить с моей подругой, которая сейчас тоже ходит на бадминтон. Просто интересно было. Мы там всякие упражнения делали, и я увидела ракетку и полюбила ее. А можно ли научиться без тренера? Ну... Нет, там надо, получается, знать, как держать правильно ракетку, как подавать. Если, например, опытный, как сказать, ученик, то он может научить, например, новенького, а так нет, сам не может. То есть на сегодняшний день успех ваш зависит от тренера? Да. Расскажите о вашем тренере. Это Андрей Михайлович и Ромалда Долейговна. Спасибо им огромное, что они нас тренируют. Ну вот, я хочу сказать, огромное спасибо им. То, что нас Андрей Михайлович уже как 5 лет тренирует. Жанель, өзің неше жыл болды айналысып жүргеніне? Ну, я не знаю, что сказать. У нас был еще один тренер, Владимир Григорьевич. Вот он как раз меня научил всему началу. Из-за этого я начала играть, а потом Андрей Михайлович помогал. И в итоге потом пришла Ромала Долейговна, мы начали еще лучше играть, чем прежде. А сколько вообще занимаетесь уже бадминтоном? Под 5-й год. 5-й год уже, да? Да. Получается, ну, как вам объяснить-то? Бадминтон, он такой спорт, можете сказать, что он сложный, либо... Просто легкий вот такой. Ну, сложноватый. Для кого-то. Да. В отличие от тенниса, например. Они каждый по-своему сложен. Да, может кому-то удобнее теннисную ракетку держать, а может кому-то бадминтон. Может быть, кому-то там сильно замахиваться нравится, ну, как бы бить. А в бадминтоне нужна кисть сильная, чтобы бить только кистью. Қыздар, соңғы республикалық турнир жайында айтатын болсақ, Қостанайда өткен турнирда қарсыластар қалай болды, сезілді ме? Ну, например, там, может, соперники были сложные, либо или вам легко удавалось их? Ну да, я сначала прошла финал легко, и там была одна девочка, было с ней трудно очень играть. Она прям была точностью, как я, просто немного лицом были разные, и все. Вы один на один играли, да? Да. Какие требования от игрока? Целеустремленность и выносливость, и кисть, чтобы была хорошая. Просто на целеустремленность. Если есть какие-то желания, то ты можешь ему научиться. Дәрігер мамандарының айтуы бойынша, Нұрсултан, бадминтон спорта денсаулыққа айтарлықтай жақсы пайдасын тигізеді екен. Я соглашусь с тобой, действительно, это, мне кажется, полезно для здоровья очень даже. Я, сонымен қатар, кептірілген жемістерде денсаулыққа пайдалы деп дәрігерлер дабыл қағып жатыр. Олай болса, келесі айдарымызға кезек беріп, пайдалысын білейік. Кептірілген жемістердің пайдасы зор. Табиғи болғаннан кейін құрамында зиянды жасанды қосылыстар болмайды. Кептірілген жемістер микроэлементтердің қайнар көзі. Кальций, тырнақ, шашты берік қылып, терінің түсін реттейді. Магний қан қысымын қадағалайды. Калий жүрек тамыр жүйесінің жұмысына жауап берсе, натрий мен темір қандағы гемоглобин мөлшерін реттеп, ағза мүшелерін ауамен қамтамасыз етеді. Пектин асқазан жұмысын жақсартады. Бір уыс кептірілген өрік калийдің күндік нормасымен, ал 50 грамм кептірілген шие B6 мен магниймен қамтамасыз етеді. Күнделікті рационға кішкене қара өрік, інжір, құрма қосқан адам ас қорыту жүйесінің жұмысы жайлы ойланбаса да болады. Кептірілген жемістердің тағы бір жақсы жері, ол пайдалы қасиеттерін жоғалтпай, ұзаққа сақталады. Сондай-ақ оны жылдың кез келген мезгілінде табуға болады. Кептірілген жемістер жұмыста, жолда, үйде жей беретін ыңғайлы тіске басар. Алайда тым көп желінген кептірілген жемістер зиян болуы мүмкін. Күніне 100 граммнан артық жемеген дұрыс. Кептірілген жемістер тәттісіз өмір сүре алмайтындар үшін таптырмайтын азық. Жемістің бұл түрінде сахароз, фруктоз, глюкоза көп болғанымен калориясы 2 есе аз. Олар ағзаға тез сіңіп кетпей, аз мөлшерде еріп түседі. Басқа тәттілермен салыстырғанда қандағы инсулинді көтермей, бір қалыпта ұстайды. Ну что ж, а мы продолжаем нашу беседу с нашими гостями. Расскажите, пожалуйста, о своей команде, о ваших участниках остальных. Ну, у нас вот самых сильных 3 мальчика, 6 девочек. Это Альберт, Батер и Ерболат. Потом Юля, Даша, я, Рита, Айяула. Вот, пока что самых сильных. Это вообще они откуда? Вот их отбирали откуда-то, либо... Вы откуда пришли вместе сами? Нет, я вот самая первая пришла из них всех. А вот Даша с Ритой, они пришли вдвоем. Ну, там еще с подругой они были. А остальные, я не знаю, как они сами пришли. Может, по желанию, может, где-то услышали. Какая у вас цель? Связана ли ваша мечта с этим видом спорта? Да, я вижу себя в будущем с этим спортом. Ну, я бы хотела побывать на Олимпийских играх или на чемпионате мира. Жанель? Да, для меня сейчас главное выиграть чемпионат, и потом полететь в другую страну и там показать свои силы. То есть решили уже связать свою жизнь с этим спортом, да? Да, спортом может жизнь, всегда так говорят. Молодцы. Қыздар, сіздер осы ойынды бұрындары кішкентай кездеріңізде далада, аулада балалармен де ойнаған шығарсыздар, да? Олай болса, дәл осы спорт түрі, жаңағы далада ойнағанмен, осы кәсіби түрде айналысқан айырмашылығы қандай? То есть вы в детстве, может, играли также в бадминтон, да? Вот, ну, просто любительски, во дворе где-то. А, да. Было такое? Мы один раз с мамой просто случайно зашли в магазин, купили ракетки. Они были там тяжелые, ну, непрофессиональные. Взяли баланчик, и я с сестрой летом играла, и потом пошла на бадминтон, как раз-таки вышла. И чем отличается дворовая игра от профессиональной? Ну, полем и ветер, там он же баланчик раскидывает. И из-за того, что ракетки непрофессиональные, неудобны для руки, это не очень удобно бить. Но так, в принципе, ничем. Вот играешь, любишь, наслаждаешься этой игрой. Без разницы. Ну, я так понял, что бадминтон лучше играть в закрытом зале. Да. Потому что он сам валом легкий, да? Да, он, ветер его просто навесит, да. Он улетит. А насколько оно травмоопасно? Ну, смотря какую обувь подобрать, если она будет не специально для спортзала, она будет скользить по площадке, и из-за этого можно получить ушиб ноги, можно подскользнуться и упасть просто. В большинстве случаев, получается, в соревнованиях подворачивают ноги, и потом они бросают. Вот мы свидетели даже много раз были. Одна девочка, она играла, ну, со всей силы же там играешь, стараешься. Она неудачно ногу поставила, и все, ей заморозили ногу, но не помогло, и она бросила спорт, хотя играла очень хорошо и ходила где-то 8 лет. Вот. Ну, перед игрой, перед большой игрой вас, наверное, обучают к технике, все ознакомливают. Нас тренируют. И потом несколько дней дают отдых, чтобы мы отдохнули перед сложными соревнованиями. Да, буквально 2-3 дня так. Мы разминаемся перед этой игрой. Нет, если мы уже приезжаем туда, то перед началом игры мы хорошо разминаемся. Особенно плечи, кисть, ноги. Потому что это очень опасно подвернуть, и никто не хочет подворачивать что-либо. Если не разогреть тело, потому что когда можно сделать выпад ногой, просто будет больно поставить ее, неудобно. Из-за этого можно легко вывихнуть потом ее. Или сильный удар, например, ракеткой замахиваешься, то может плечо прям сильно подвернуть. Ягни уэншнын тарапнан үлкен мұқияттылықты талап ететін ойын екенешін менде? Да. Ну что ж, это болса, нам уже переключиться на следующую рубрику, я думаю. Я улай болса, біздің әріптестеріміз дайындаған, сіз білуге тиіссіз айдарына кезек бергіміз келіп отыр. Әлемде біз білмейтін көп деген қызықтар бар. Олай болса, назарларыңыз бізде болсын. Компьютер алдында тамақ жеу кеңсе жұмысшыларының көпшілігіне таныш жағдай. Бірі жұмыстың көптігінен үзіліске уақыт таппай, жұмыс үстінде асығыс тамақтана салса, басқаларына компьютер алдында бірдеңе жеп отыру әдетке айналған. Түскі үзілісте тамақтануға арнаудың себептерін ұсынамыз. Жұмыс орны шашылады, компьютер алдында отырып тамақ қиқымын шашпай жеу мүмкін емес. Өзіңіз компьютерге алаңдап отқанда жеп отқан тамағыңыздың қалдығы клавиатураның арасына кіреді, немесе шай тамып кетеді. Тіпті ештеңе төгіп шашпағанның өзінде жұмыс үстелінің үстінде тамақтардың тұруы оны ретсіз етеді, яғни ойыңыз бөлінеді. Мы экранның алдындағы тамақтануды қабылдамай, сіз тамаққа зейін қоймай, басқа нәрсеге алаңдап отқандықтан ағза тамақты толыққанды қабылдамайды. Сондықтан көбірек тамақ жеп қою қаупі жоғары. Егер тамақтану үшін жұмыс орнынан шығуға мүмкіндік болмаса, онда аз калориялы тамақ жеуге тырысыңыз. Және жұмыс істеу барысында ішіп отыратын тәтті газдалған сусындарды қарапайым суға ауыстырыңыз. Көп уақытыңыз отырыңғы күйде өтеді. Ғалымдар мен дәрігерлер белсенді өмір сүру салты адам өміріне қаншалықты маңызды екенін жиі айтуда. Кеңсе креслосында ұзақ отыру диабет, жүрек аурулары, депрессия және тағы басқа аурулардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Сондықтан түскі ас ішу орныңыздан тұрып қозғалуға бір себеп. Үзілістер өнімділікті арттырады. Адам көп жұмыс жасаса, нәтижесінде жақсырақ болады деген ойдың қисыны бар. Алайда демалыс жұмыс процесінің қажетті бөлігі. Адамның ресурсы шексіз емес. Ерекше идеялар мен ойлар демалыстан соң пайда болатынын байқаған боларсыз. Яғни ми үзілісті қажет етеді. Түскі ас ішу жұмыстан шамалы уақыт демалуға бір себеп. Үзілісті жұмыс күні ұзақ болып көрінеді. Жұмысыңызды қаншалықты жақсы көрсеңіз де, бір орында отыра беру кез келген адамды жалықтыратын сөзсіз. Бітпейтін бір іспен шұғылданудан жалығу адамға ғана тән қасиет. Сондықтан арасында басқа нәрселерге алаңдап тұрсаңыз, тиімділігіңіз де арта түседі. Мысалы, түскі үзілістің жартысын тамақ ішуге, ал қалғанын серуендеуге жұмсасаңыз, үзілістен соң жұмысқа жаңа оймен кірісесіз. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу. Вот давайте не будем уже об админтоне. Расскажите о себе. Где учитесь? О семье, братья, сестры, если может быть. Я учусь в школе ГТЛ. У меня нет родных, я единственная в семье. Есть двоюродные, вот четверо. Недавно было пополнение. Вот три брата и одна сестренка. Вот как раз братик недавно родился. А где учишься? В школе ГТЛ, гуманитарно-технический лицей. В каком классе? Седьмой. Седьмой, да? Я учусь в школе номер 19, в средней школе, 8 класс уже. У меня нет родных, я единственная в семье. Қыздар танысу барысында бізге арнамызға тілек білдірулеріңізге болады. Бізде арнайы тілек кітапшасы бар. Сол жерге өздеріңіздің ізгі ниеттеріңізді қалдыруларыңыз. Пожелания свои оставите. Вот расскажите, вообще, вот бадминтон и школа, успеваете все это заниматься и учиться? Потому что из-за того, что мы учимся со второй смены, мы легко успеваем на утренние тренировки. Потом приходим домой, переодеваемся, покушаем и сразу идем в школу. Жанель, оқудың алғашқы күндері басталды. Қалай енді өзің? Жазғы демалыстан кейін бірден оқуға кірісу? Ну, это как-то непривычно сейчас заходить в школу, но все равно у нас сейчас есть новенькие, из-за этого мы с ними сейчас очень хорошо общаемся, чтобы они влились в коллектив. Дарья, вот расскажи, ты успеваешь заниматься бадминтоном, тренировками и учебой? Да, я отличница, я как-то совмещаю все это, и спорт, и школу, и уроки делаю, вот так. То есть учителя где-то вас понимают все равно, да, что вы занимаетесь этим профессионально? Ну, когда как вообще. Когда понимают, ну, они в курсе, что вы занимаетесь, да? Да, у нас такой класс, он спортивный. У нас где-то занимаются спортом 15 человек из 19. Там единицы только не занимаются. И из-за этого спортивный класс, у нас всех почти в разъездах. Такого не бывает, когда у нас почти все вместе, весь класс. А бывают ли перерывы в тренировках? Ну да, вот иногда, например, у нас сейчас зал ремонтируется, из-за этого пока что мы не тренируемся. И иногда из-за праздников все такое. Ну вообще редко так от меня, стараются даже в праздники делать тренировки. Вот начались уже учебные дни. Летом чем вы занимались? Скажите, как провели лето? Летом мы провели, ну, как сказать? Спортивно. Да, спортивно. У нас были каждый день усиленные тренировки, бегали мы, где копа и где буква. Вот. Нам никуда почти не разрешали выезжать. Ну, тренировки, готовимся вот к чемпионату в ноябре. Разъезжали, были на сборах, были в лагере, тоже там занимались. В общем, у нас было... у всех лето, у нас тренировки. Перед игрой, перед турниром обязательно разминка, да? Да, да, обязательно. Растянуться надо. И на сколько минут? Минут, вот что? Хорошо, что проснулся, да. Надо побегать сначала, упражнения специальные беговые сделать, где-то 15-10 минут, а потом уже хорошо надо размяться. Надо во время, чтобы мышцы не остывали, нужно одевать штаны, поверхностная юбка, шорты, что, вот. А так разминаться где-то, растяжку делать, ну, 20 минут надо, прям хорошо тянуться. Есть ли требования к внешним данным, допустим, вес, рост к спортсмену? Вес, рост нет, а спортивная форма, да. Да, у нас командный. У всех салатовые футболки, чтобы никто не отличался, и все в черных шортах, юбка-шорт. Сейчас нельзя там в штанах выступать, в других там футболках, нужно именно спортивные вот такие. Сейчас, в данный момент, вы готовитесь к большому турниру, да? Да, к чемпионату Казахстана, который будет в ноябре. Так, где будет проходить? В Бурабай, Бураван, по-моему. А вот если вы победите там, дальше что вас ждет? Вот, дальше нас ждет сборы в Анапе, потом Малайзия, говорят. Нужно продвигать спорт этот. Мы желаем вам, в свою очередь, удачи. Удачи. Спасибо. Ну что ж, я думаю, уже время пришло прощаться с нашими гостями, к сожалению. Да. Вы вот сейчас можете передать привет своим родным, близким, либо участникам вашей команды прямо сейчас. Привет всем, кто меня смотрит. Да, привет всем. Көптен көп рахмет, қыздар, сіздерге алдағы уақытта спорттық жеңістер тілейміз. Сіздер үлкен осы Қазақстанның атын шығаратын спортсмен болуларыңызға тілектеспіз. Сіздерге мың алғыс. Действительно, я поддерживаю тебя, Волоса. Хочу также пожелать вам успехов в спорте. Это такой очень редкий вид спорта, и хочется, чтобы вы его продвигали, чтобы действительно это очень красивый, можно сказать, вид спорта. И пожелать вам удачи в предстоящем турнире и завоевать призовые места уже на международных арене. Спасибо. Ну что ж, дорогие телезрители, я думаю, уже пришло время пока переключиться нам на музыкальные композиции и посвятить им нашим дорогим гостям. Арнадан алыстамаңыздар. Таң нұрлы болсын, ардақты ағайын, Көкше арнасының тікелей эфирінде Көкше нұры таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Күн тізбеде 3-ші қыркүйек, және де біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Ну что ж, пришло время познакомить вас со следующими нашими гостями. Это тренер сборной, уже команды, можно да, сказать, по бадминтону Ромуалда Батырова и участник команды Альберт Родичкин. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Как ваше настроение утреннее? Прекрасно. Угу, спасибо, что пришли, приняли наше приглашение. Хотим вас поздравить с победой, да? С победой, скажем, да. В республиканском турнире. Спасибо. Угу. Угу. Бүгін біз бадминтон спорты жайында айтып жатқаннан кейін мен бір-екі тарихқа үңгіліп фактор айтып өтетін болсам, әлемде таралған белгілі бірнеше спорт ойындары бар, және белгісізі қаншама. Кең таралған ойындардың бірі ол бадминтон әрине. Бұл ерте кезден бері халық арасына кең тараған ойындардың бірі деседі. Әуелде бұл ойын француздарын ұшпа деген мағынаны білдіретін валан сөзмен атаған болатын. О баста шығыс елдерінде пайда болған ойын, ал оны бір ағылшын герцог Үндістанға барып қайтқан сапарында Европаға алып келген деседі. Герцогтың елігі бадминтон қаласына таяу жерде болғандықтан, сол себепті де ойынды бадминтон деп атаған екен. Нұрсултан, бұл қызықты ақпаратты мен өзім де білмеген едім. Бадминтон қаласында орналасқандықтан бұл ойынды бадминтон деп атапты. Өте қызық екен, е? Да, действительно. Я думаю, сейчас как раз я назову интересные факты, связанные с бадминтоном, и вы ответите, где правда, где ложь. Стараемся. Бадминтон – это старший брат тенниса, а не наоборот. Правда ли это? Наоборот. Скорее всего, наоборот. Почему же? Ну, бадминтон вообще издревле берет, по-моему, в начале 17 века, прямо зарождение его было. То есть, действительно, бадминтон – это старший брат тенниса? Да. Угу. А игра – это чисто для мужчин? Нет, конечно. Абсолютно и для женщин. Я вас прерву. Да, звонок у нас в студии. Нашу интеллектуальную игру продолжим после звонка. Алло, Карлтан. Слушаем вас. Я бы хотела узнать, вы объявляете набор в группу вашу? С какого возраста и куда это можно обратиться, если я хочу отдать своего ребенка в бадминтон? Угу. Сколько лет вашему ребенку? Моему ребенку 7 лет. Угу. Угу. Это уже к вам вопрос. Да, у нас сейчас идет набор в отделение бадминтона. Принимаются дети с 7 до 11 лет. Как раз занятия проходят бесплатно, да. Инвентарь, все предоставляется. Единственное, нужно сдать документы в спортивную школу. Это куда Какое время ведется тренировка? Ну, сейчас в учебный год, то есть у нас тренировки в первую и во вторую смену, в зависимости от того, в какую смену учится ребенок. И какие требования? Просто сдаешь документы, родитель приводит и все. И начинаем заниматься. То есть я думаю, что наши телезрители получили свой ответ. Спасибо за звонок. Мы, думаю, продолжим уже нашу игру. Бадминтон – один из сложнейших видов спорта в мире. Ну, можно сказать, что это да, так. Потому что в нем, получается, это олимпийский вид спорта, а если спорт – это олимпийский, это уже как бы дает о себе знать, что это не так. Постучал ракетка с валанчиком и все. И в нем задействованы вообще все мышцы. То есть, когда ты играешь, у тебя задействуют все мышцы тела. То есть, это и разностороннее. То есть, и развивают и ловкость, и скорость, и реакцию, и выносливость. То есть, очень много качеств в бадминтоне есть. Пускай попробует Альберт ответить на следующий вопрос. Бадминтон исконно королевский вид спорта. Да. Королевство. А почему? Почему? Расскажи нам. Может, историю знаешь какую-то? Не знаю. Ну, потому что королевский вид спорта. Да? Ну, он в основном зарождение идет с Англии. То есть это такой для аристократов, можно сказать, был там вид спорта. А потом уже постепенно он начинал обороты как уже спортивный бадминтон. А раньше развлекались вот именно знатые такого королевского происхождения в этот вид спорта играли. То есть правда. Да. Да. Продлевает жизнь, то есть заметно улучшает самочувствие. Ну да. Ну да. То есть согласны? Коротко, но ясно. То есть само по себе это вид спорта все-таки. Ну, конечно, да. Спорт любой как бы продлевает жизнь. Это, тут уже... Бадминтон, именно специалисты здравоохранения говорят, что улучшает зрение. У бадминтониста очень хорошее зрение. Это правда? Конечно. Абсолютно. Бадминтон входит в программу подготовки космонавтов. Очень интересно. Ой, я даже не знаю. Ну, наверное. Может быть, нет. Следующий вопрос. 3000 лет назад в Греции играли в валан руками и даже ногами, а в китайском манускрипте 1122 года до н.э. описано ци-дзю-ци, игра валаном, оснащенным 3–4 гусиными перьями. Да, это правильно. А основа у них была, по-моему, высушенная вишневая косточка, что-то такое у них было. Они туда тыкали эти пару перышек валанов и играли. Очень интересно, даже не могу представить, как можно с перьями играть. Вот. У нас традиционный валан, это перьевой валан, не пластиковый обычно, как играют во дворе, а перьевой валан. То есть это уже профессионально? Это да. Не так, то, что во дворе играют с пластмассом? Нет. Это очень. Это факты закончились. Да, закончились. Тогда перейдем к знакомству, скажем так. Альберт, сколько лет играем? 4 года. 2003 года. Ой, в 3 классе. Как пришел вообще? Почему выбрал именно спорт? Ну, мы искали мне подходящий спорт, мне понравился бадминтон, и я продолжил ходить на него. И насколько сейчас идет интерес к этому виду спорта? Это, наверное, скорее вопрос к вам. Ко мне? Да. Как нас, насколько интересуется? У нас как бы бадминтон, мы, если честно, прям руками и ногами за него, потому что в основном у нас тяжелая атлетика, борьба, бокс, футбол. Но я думаю, что если акцент сделать на бадминтоне, там, допустим, спортзал, дать возможность детям больше выезжать, то, я думаю, интерес появится. Ну, действительно, бадминтон такой спорт, вид спорта, который редкий, можно сказать, у нас. У нас, допустим, если взять Азию, там, Малайзия, это у них вообще идет как национальный вид спорта. То есть, как у нас Тугус-Кумалак, там это национальный бадминтон. Там в каждой школе они играют это как... А у нас нам приходится вот своими силами стараться, чтобы он не умер у нас. И в своих стараниях что вы именно подразумеваете? Ну, привлечение, выбиваем там, уходим по спортивным школам, стараемся, чтобы наши детки больше выезжали, чтобы им было интересно. Потому что дети, когда начинают выезжать, смотрят другие города, страны, вот где интерес. И, естественно, у них потом и игра лучше. Ну и так далее. Мотивация, то есть, появляется, да? Да, конечно. Спасибо большое. Мы продолжим нашу беседу после рубрики. Келесі айдарды біздің әріптестеріміз дайындаған екен, олай болса, назарларыңыз бізде болсын. Да, думаю, следующая наша рубрика будет интересна для настоящих киноманов. Смотрим с нами. Мадам, его сиятельство принц. «Королевские каникулы» – мультипликационный фильм, знакомящий зрительский состав с наследником многомиллионного состояния, оказавшегося в большой опасности. Из-за горстки неблагодарных родственников его обсиятельство находится вдалеке от родного дома. Впервые оказавшись беззащитным, главный герой должен самостоятельно отыскать путь домой. На пути будет встречаться много опасностей, охотники, назойливые белки. От каждого из них действующему персонажу необходимо избавиться. У правителя начались своеобразные каникулы. Находясь во дворце, он часто думал о простой жизни, где нет стражей, бесконечных слуг. И теперь, находясь в подобных условиях существования, герой истории стал понимать, что поспешил со своими желаниями. Его обсиятельство, кроме врагов своей поездки, нашел много полезных товарищей, и теперь вместе они должны сделать невозможное – остановить злодеев и вернуться к прежнему ритму существования. Премьера мультфильма состоится 5 сентября. Позвольте, однокомнатный дом? Я что, теперь средний класс? Құрметті телекөрермендер, біз бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Тікелей эфирде екенімізді естеріңізге сала кетейік. Байланыс нөміріміз 25-25-05. Сондай-ақ әлеуметтік желілерде қосулы, сондықтан да белсенділік танытыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бадминтон, ерекше спорт түріне арналып отыр. Сондықтан да сіздердің қоңырауларыңызды күтетін боламыз. Вопрос такой, Ромалда. Скажите, почему вы выбрали именно этот вид спорта? Сколько занимаетесь? Я даже не знаю, ну, как бы, если взять лыжи, или там легкая атлетика. Мне однообразие такое не нравится, мне нравится вот именно разнообразие. То есть, что ты и бегаешь по площадке, и тебе интересно, куда соперник направит этот валан, тебе интересно, чтобы валан этот не упал на твою площадку. То есть он очень разнообразный вид спорта, он интересный. И, ну, наверное, из-за этого. Я много куда ходила, ну, вот выбрала бадминтон. А сколько уже занимаетесь этим? Ну, я занималась около 11 лет. А как пришли к этому спорту? Почему выбрали? Ну, привела меня мама. Она увидела, как в бадминтон играют на площади. То есть вот когда 1 июня мы всегда делаем выступление, это уже испокон веков у нас. И она увидела, как детки что-то там с ракетками машут, играют. И вот привела тренеру. И я так и осталась там. Альберт, расскажи нам и нашим телезрителям, как же все-таки играется в эту игру? Ну, там, получается, есть ракетка и валан. Это мы поняли. Да. Подаешь, получается, на другое поле и играешь, пока не забьешь. Есть аут, есть поле. Вот. То есть суть игры... Играем до 21. Суть игры заключается в том, чтобы валан не упал на твою сторону. То есть ты, наоборот, должен забить сопернику как бы валан, чтобы он оказался на его поле, а не на своем. И касание не должно быть. То есть в теннисе мяч сначала касается, потом отбиваешь, а мы держим валан до тех пор, пока вот он не коснется. Там я где-то читала, правда ли не знаю, то, что разница в счете должна быть больше 2, то ли... Да, у нас, когда идет, допустим, партия в целом до 21, но если идет счет 20-20, то соперник должен опередить на 2 очка, да. То есть правда. Да, вот Нурсултан привел несколько интересных фактов. Может быть, есть и еще факты, которые мы не привели, которые вам известны. Да, ну, если только что сначала его, да, как говорили в Китае, его пинали ногами, потом перешли постепенно на деревянные ракетки, играли деревянными ракетками, и потом уже перешли на обычные со струной. Кстати говоря, ракетки, чем отличается ракетка бадминтона от теннисного? Вообще, если честно, всем, даже и по внешнему виду, то есть и по громовке, абсолютно всем. То есть у тенниса она маленькая, такая плотненькая, толстенькая, а у нас она тоненькая и длинненькая. Были бы. А вот, получается, у вас идет команда сборная, да, по бадминтону? Или как у вас? Там делится 1 на 1 играют, потом 2 на 2, да, насколько я знаю? Нет, у нас есть и командные чемпионаты, и личные первенства. То есть в команде там играют, допустим, 4 на 4, и там мы уже разбираем, кто одиночки, кто пары, кто миксты. А есть личные первенства, то есть это где просто без команды, то есть счет команды не идет. Идет только одиночная, парная и смешанная категория, то есть каждый сам за себя. В команде все это суммируется, разумеется. Альберт, расскажи, пожалуйста, вот за время твоего вот этим занятия этим видом спорта, о каких соревнованиях ты уже участвовать успел? Ну, на чемпионат Казахстана ездил, на Ласточку ездил, в Омск я ездил, ну и все, в Карагандую. А в будущем куда участвовать планируешь? Ну, хочу поехать в Малайзию. То, что уже на международный турнир, да? Да. А впереди предстоит какой-то чемпионат? Да, чемпионат Казахстана. И как идет подготовка? Нормально. Каждый день тренируетесь? И как выглядит ваша тренировка ежедневная? Что же там делаете? Сколько времени собираетесь проводить тренировки? Или у вас там надо утром обязательно? Ну, в летний период, конечно, мы занимались 1 раз в день, потому что детям надо дать отдохнуть, а то разбегутся потом, не дай бог. А сейчас, как бы в зависимости от смены, где учится, в какой смене учится ребенок, ну, будем заниматься в основном сейчас оттачивать технику. Мы побыли на соревнованиях, ошибочки нашли и будем работать над ошибками. Я думаю, позже поговорим о соревнованиях, да, о ваших достижениях. А сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. көктем кеп жадыратты жанымызды, сол көктем гүл көрады бағымызды, арнаймыз махаббатпен сәнімізді, әнімізді. Соң көз алдыма сен келесің, гүлмен қуанасың, емделесің, жайнаған қызғалдақтай құлпырасың, тербелесің. Дорогие телезрители, я напоминаю, что в эфире утренняя программа «Кукшинара». Вы можете дозвониться к нам по номеру 25 25 05 и передать привет своим родным, близким, друзьям, а также поздравить именинников с днем рождения. И им, думаю, очень приятно будет услышать от вас теплые пожелания. Я арнаға енді ғана қосылған болсаңыздар, құрметті телекөрермендер, естеріңізге сала кетейік, тікелей эфирде Көкшенұра таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасы. Бүгінгі тақырыбымыз бадминтон спорт түріне арналып отыр. Олай болса, тақырып аясында айтар ұсыныстарыңыз, қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланыс нөміріміз 25 25 05. Сондай-ақ Нұрсултан екеуміз барлық әлеуметтік желіде қосылымыз. Белсенділік танытыңыздар. Действительно, будем продолжать с вами беседу. И сразу такой вопрос, Альберт. Скажи, проходил чемпионат. Какие были твои самые такие сложные соперники? Ну, я выиграл своего соперника, но заметил то, что надо оттачивать точность, там, силу удара, тогда было легко. С какого города был? С Кустаная. С Кустаная был, да, самый такой сложный соперник? Да. Но в итоге ты выиграл, но все равно ты как бы... Да, было тяжело. И какие выводы ты сделал? Что надо бить точнее и сильнее. Ну, слушай, я думаю, в следующем турнире ты это уже более учтешь, мастерство свое, да? Покажешь. Да, учтешь и покажешь свое мастерство, да, на полную силу. Ромуалда, расскажите, пожалуйста, вот занимаетесь 11 лет, да, уже? Занималась. То есть... Каких вы уже успели чемпионатах поучаствовать? Может, о своих достижениях расскажите в общем? Ну, чемпионат Казахстана, это само собой. Мы выезжали также на азиатские игры, были на чемпионате Азии, да. В то время мы были, по-моему, первые из, как читала, кто поехал на такого рода мероприятия. Были на чемпионате Азии. Помню, в команде мы заняли, по-моему, 9-е место. Это было наше вот первое такое выступление. Вы не скучаете вот по таким? Очень. Очень, да? А почему решили? Это самые лучшие годы. Ну, травма. Травма? Да. И сколько, можно сказать, уже подготовлено вами уже спортсменов? Мной лично? Да. Только готовятся. Готовятся, да? Только готовятся. Только готовятся. Может ли вы похвастаетесь достижениями вашей команды нынешней? Ну, в данный момент вижу, что на глазах растут. Есть ошибки, но мы для этого и тренируемся, для этого есть тренировки. Я думаю, чемпионат будет нашим. Мы тоже надеемся, что победители займете вот призовые места, и желаем вам в этом удачи. Я Шимедин Нурсултан, біздің Ақмола облысында спорттың түр-түрі жақсы дамып жатқанын айта кету керек, өйткені спорттың қай түрі болмасын, осы жүлделі оралып жатады, қай жаққа барсады. Менің ойымша, бұл бір мақтан тұтарлық жайт сияқты. Да, действительно. Игра бадминтон, он такая, я думаю, не распространенная, и мы хотим, чтобы также, думаю, побольше людей к вам привлекались. Спасибо. Вы можете как раз и повторить, куда, как можно к вам прийти, чтобы записаться. Да, сейчас идет набор детей в группу от 7 до 11 лет. Спортзал находится по улице Сатпаева, 8, это сзади городской поликлиники Паульбекова. Можете прийти туда, либо позвонить нам на номер 37-114-30. И там уже вам подробно объяснят, что, куда идти. Көптен-көп рахмет. Біз сәлден соң бағдарламаны жалғастыратын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Қазақстанның өркениет тарихының үздіксіз дамуын көрсететін деректі қойылымдық фильмдердің, телевизиялық сериалдар мен толық метражды көркем картиналардың арнайы циклін өндіріске енгізу керек. Аталған жобалар кең халықаралық ынтымақтастық аясында отандық және шетелдік үздік сценаристерді, режиссерлерді, актерлерді, продюсерлерді және заманауи кино өндірісінің басқа да мамандарын тарту арқылы жүзеге асырылуға тиіс. Түркі өркениеті түп тамырынан қазіргі заманға дейін атты жобаны қолға алу қажет. Бұл жоба аясында 2019 жылы Астанада түркологтардың дүниежүзілік конгресін және әртүрлі елдер музейлерінің экспозицияларына ежелгі түркі жәдігерлері қойылатын түркі халықтарының мәдени күндерін ұйымдастыру керек. Сондай-ақ Википедияның үлгісінде Қазақстанның модераторлығымен түркі халықтарына ортақ туындылардың бірыңғай онлайн кітапханасын ашу да маңызды. Нұрлы болсын, ардақты ағайын. Біз бағдарламамызды арғарай жалғастырамыз. Күндеріңізге сәттілік тілейміз. И вопрос к нашим гостям. Ромалда, расскажите, кроме вас есть еще тренера? Да, конечно. Расскажите. Борисов Владимир Егорович и Шкробот Андрей Михайлович. У вас именно методы тренировок отличаются? Ну, я думаю, что не отличаются, потому что я сама воспитанница Владимира Григорьевича, и я, если преподаю детям, то абсолютно аналогично так же, как и он. А сколько в день занятий проходит? Ой, в неделю у вас занятий проходит? Каждый день. Каждый день. Вы вот в своем слове сказали то, что это древний вид спорта, да, бадминтон. Насколько он меняется на сегодняшний день? Как он выглядит? Может, правила какие-то менялись со временем? Ну, естественно, если раньше играли пинали валан, то Конечно, он абсолютно в корне изменился, совершенствуется, но, по крайней мере, последние, там, может, десяток лет все как есть. То есть меняются в основном только игроки и сама игра. Становится интереснее, там, захвачен, ну, интереснее. Альберт, расскажи, пожалуйста, тебя привели родители, да? Или ты сам тут привел? Папа привел. Папа привел? Да. Почему он решил тебя отправить? Ну, мы смотрели, какой у меня спорт больше понравился. Мне понравился бадминтон, и я пошел на него. То есть, получается, ты играл во дворе, да, наверное, до этого? Нет. Вообще нет? Вообще не играл. А знал ли, да, ты вообще об этой игре? Да, я слышал, то, что там играют ракетками, но я не знал, то, что там валанчиком играют. А кроме тебя есть братья, сестры? Да. Они, им сколько лет уже? А сестре 7, братику 3. Они не планируют? Не, сестра хочет. То есть в будущем она также запишется? Да. И составит конкуренцию тебе? Наверное. Может, будут играть и смешанную категорию вместе. Так можно? Конечно. А среди девушек как развивается, скажем так, в нашем городе? Ну, в нашем городе больше девушек и занимается. Парней очень сложно зацепить. Они, когда приходят изначально, они думают, что это, ну, вот, спорт для девочек, но как бы не увидев настоящей игры, как играют мужчины, как бы судят. Вот, поэтому парней очень сложно сюда зацепить. Девчонки ходят, им нравится, это красиво, это эстетично. А на сегодняшний день сколько у вас девочек и мальчиков? Ну, точно сказать не могу, но занимается более 30 человек. Но это мало. Это мало еще, насколько условия у вас есть для развития данного спорта? Ну, если честно, практически нет их. У нас, да, у нас всегда проблемы со спортзалом, вот, проблемы с финансированием. Ну, мы работаем над этим, стараемся. Альберт, расскажи, пожалуйста, ты планируешь связать эту жизнь с этим видом, со своей жизнью? Ну да, в будущем тоже буду играть в бадминтон, заниматься бадминтоном. А так, хочу стать дизайнером. Будущим дизайнером? Да. Но спорт не оставишь? Нет, буду ходить. Хорошо. То есть дизайнерство тоже твое хобби? Ну, нет, я планирую стать дизайнером. Ну что ж, я думаю, пора переключить на нашу следующую рубрику. Я поэзия әлеміне сыр шертер келесі айдарым сіздердің назарларыңызда. Сары түсті сағыныштан күз моншақ. Тағып алып тағы келді бізді аңсап. Көздеріңді тұрды менен жасырып. Кірпіктерің қызғаншақ. Сұрғалаға сыр айтады сыңсып көз. Ал екеуміз күзді ашылған бүршікпіз. Кірпіктерің күні түні күзеткен, көзіңдегі сезім бекен кіршіксіз. Сезім екен сақтаған сол көздің. Қиял керіп бір әлемді мен кездім. Күннің әлсіз сәулесіне жылынып, көз ішінде керледі кербес мол. Жасыл бақтың жапырағын ұрлап күз. Жатыр әне, сірә біздер тым жатпыз. Көші бойлап келе жатқан сырласып, үнсіздіктің, үн таспасын тыңдап біз. Еміс, еміс қос жүректің дүрсілі, естіледі бұл махаббат тылсымы, өзің жайлы ойларым дорлайды. Күзгі жаңбыр, тамшылардың тырсыла. Ну что ж, мы продолжаем нашу беседу, и такой вопрос. В теннисе есть Кубок Дэвиса, такой престижный чемпионат. А в бадминтоне есть что-то подобное? Ну, в бадминтоне такого нету, потому что это олимпийский вид спорта. Поэтому в бадминтоне самое основное – это Олимпийские игры, разумеется. Теннис – это не олимпийский вид спорта, поэтому у них там в основном кубки. Альберт, пока вы можете написать пожелания. У нас есть книжка пожеланий для гостей специально, можно ставить свои теплые слова, скажем так. Ромалда, расскажите, пожалуйста, вы, получается, планируете всю жизнь связать свою именно с тренерством или как? Ну, теперь да. Я долго к этому шла. Ну, в итоге вернулась. Угу. Сколько лет можно заниматься данным видом спорта? Ограничений по возрасту нет. Единственное, это уже когда состояние здоровья, да, наверное, состояние, да? Здоровья, да. Угу. То есть, например, человек должен как-то, не знаю, гибким быть, да, в этом виде спорта или как? У него должны быть все качества, и гибкость, и ловкость, и реакция хорошая должна быть, скорость, вот прыжки в высоту, то есть вообще все. Координация должна быть хорошая. То есть, и тут я как понял, что нужно и зрение хорошее иметь. Ну да. Угу. И четкость, как сказал Альберт, да? Нет, да. Точность. Точность. Альберт, ты за годы тренировки заметил какое-то улучшение, состояние здоровья или же, не знаю, какую-то активность у себя? Да, конечно. Я когда был маленький, играть не умел, и у меня была проблема с здоровьем. Ну, когда уже начал заниматься, я стал лучше играть, и проблем с здоровьем вроде уже нет. То есть, а вот кроме бадминтона в детстве чем увлекался? Спортом каким-то? Я ходил на карате, там, рисование. А почему именно с ним не связался в жизни? Да я уже, мне надоело, не хотел заниматься карате и рисованием. Ну, бадминтон уже все, да, действительно, на нем. Да, долго занимаюсь, все. Угу. А чем-нибудь еще увлекаешься, кроме? Ну, а чем можно? Школой. Угу. А в школе как успехи? Нормально, первый день только. Первый день. А в каком классе? В седьмом. В седьмом. И успеваешь ты вот, параллельно с тренировками? И... Да, иногда, только иногда успеваю. Иногда. В школе придется там доделать уроки. А учителя не понимают хотя бы, что ты вот, участвуешь где-то? Нет, они знают то, что я занимаюсь бадминтоном, то, что у меня есть медали там. Ну вот и все. Поблажки не делают тебе? Нет. Спасибо большое. Келесі кезекте біздің әріптестеріміз дайындаған айдарға кезек берейік. Красивый участок невозможно представить без клумбы. Но создать красивый цветник не самая легкая задача. Давайте разберем основные советы по уходу за цветами. Важнейшим этапом ухода за клумбой является рыхление почвы между растениями. Это не только позволяет избавиться от сорняков, но и создает условия для лучшего удерживания влаги почвой. Для продолжительного цветения как однолетних, так и многолетних цветов необходимо периодически удалять отцветшие цветы, завязи и плоды. Это будет способствовать поддержанию декоративности цветника и повторному цветению некоторых растений. Наиболее крупные и трудноудаляемые сорняки, вроде одуванчиков, удобно удалять специальным извлекателем. Современные модели позволят вам работать стоя и избежать загрязнения рук. Чтобы растения и газон в вашем саду были здоровыми и зелеными, им необходим полив. Поливать цветы следует вечером, либо ранним утром. Так растения смогут свободно впитывать необходимое количество влаги перед предстоящим жарким днем. При поливе также учитывайте, что поливать листву не стоит. В течение ночи мокрые листья могут подвергнуться различным заболеваниям. Днем же мокрая листва может получить солнечный ожог, так как солнечные лучи отражаются в каплях воды. Ухаживайте за своей клумбой, и она будет радовать вас долгое время. Любовь и забота, с которой вы создадите собственный цветник, обязательно вернутся к вам многократно. Құрметті телекөрімендер, біз тікелей эфирде бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз. Өкінішке орай бағдарламамыздың соңына қарай уақыт таяп қалды, я Нурсултан? Да, действительно, подходит время, к сожалению, нашего эфира, и у вас есть такая возможность передать приветы своим родным, близким, либо, может, призывать людей заниматься спортом. Да, ну, я передаю привет всем, кто смотрит сейчас этот эфир, всем родителям, кто с нами пришел, тренерам. И призываю, приходите на бадминтон к нам. У нас интересно, у нас весело. Вот. Ребятишки, ждем вас. Я передаю привет всем близким, кто сейчас смотрит, моим друзьям. И хочу, чтобы мои друзья ходили на бадминтон. Спасибо вам. Ну что ж, спасибо, да, за то, что вы пришли к нам. Хотим, конечно, пожелать вам успехов дальнейших, удачи в спорте и побед на уже республиканских и международных турнирах. Спасибо. Спасибо. Құрметті көрермендер, біз осы жерден Кукшинара таңғы танымдық көңіл ашар бағдарламасының кезекті шығарылымын аяқтаймыз. Әрбір аралап атқан таңдарыңыз шуақты болсын десеңіз, Көкше телеарнасымен бірге ояныңыздар. Аптадан айға, айдан жылға аман есен жете беріңіздер. Аман сау болыңыздар. Бүгінгі эфир тізгінін ұстаған менің әріптесім Нурсултан Ибраев. И моя прекрасная соведущая Волоса Жахсбай. Смотрите утреннюю программу Кукшинара каждый будний день ровно 7 часов 30 минут. Ну а у нас на этом сегодня все. Желаем вам позитивного настроя, ярких событий и хорошего настроения. До новых встреч в эфире. Қанша жын мені еркелетті, қанша жын мені өкпелетті, арман қуып қанша уақыт текке кетті. Сұрақсың-ау, бізге сынақсың-ау, өмір-ай, өмір-ай, сағымдай, өткінші бір жандай. Сұрақтан жауабы жүр табылмай, өмір-ай, сағымдай, сен қамшының сабындай, зуылдап өтерсің, еркімізге бағынбай, өмір-ай. Жек көреміз, кешіріп кейді кектенеміз, жазылған тағдырдың бәрін өріп кереміз. Шын жубақсың, бізге тым қымбатсың, өмір-ай, өмір-ай, сағымдай, өткінші бір жауымдай. Жауабы жүр табылмай, өмір-ай, сағымдай, сен қамшының сабындай, зуылдап өтерсің, еркімізге бағынбай, өмір-ай, өмір-ай.